de ciudad. Молитесь, Владычице, со святыми апостолы, помиловать и души наша. Господь Бог благословен, благословен Господень дне. Поспеши нам Бог спасение наше. Слава Богу! Придите, поклонимся Цареве нашему Богу, придите, поклонимся и припадем. Посят и пронесут имя ваше, яко зло, Сына Человеческого ради, на небеси. Слава тебе, Господи, слава. Господина и отца нашего Кирилла, святейшего патриарха Московского и всея Руси. Молитвы ко святому причащению. Верую, Господи, и исповедую, яко Ты, сего истина, в мир грешный спасти, от них же первый есть мас. Еще верую, яко сей самое пречистое тело Твое есть. Бога и спас наш Иисус Христа, причащается младенец Николай, в оставление грехов Его и в жизнь вечную. Аминь. Святому Духу, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Я даруя и Твое, сохраняя крестом смолью и Твоя и Ложение воды сия священная во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Грехов велико согрешили от юности нашей и во всем житии нашем. Капитаны кораблей, у которых в рубке есть изображение святого, хотя сами они не являются христианами. Но вот почитание святого Николая выходит за пределы, выходит за рамки христианской церкви, православной церкви. И здесь святого почитает каждый местный житель, живущий в окрестностях этого города и в самом городе. И вот этот замечательный образ будет теперь
пребывать вот в этих краях. И когда мы будем совершать литургию, он обязательно будет здесь присутствовать. Всех, кто принимает участие в организации здесь богослужений, потому что это не так просто сделать, как кажется на первый взгляд. Нужны согласования с местными властями, нужны различные подтверждения, разрешения. И вот я благодарю паломнический центр Московского патриархата и особым образом благодарю председателя Русского общества культуры и искусства Анталии Ирину Александровну Балджи, без помощи которой невозможно было бы здесь все организовать так вот, как организовано для наших паломников и паломническая программа, которая вот сейчас.